День офицера и День флага Российской Федерации оригинально отметили сотрудники спецслужб Воскресенска. Росгвардейцы и работники специального подразделения МЧС России устроили товарищеский футбольный матч. Хотелось бы особенно благодарить общественное движение Воскресенска, города Воскресенска. Своих не бросаем за организацию данного мероприятия, выделение поля. Вот. Сегодня хотим таким спортивным мероприятием отпраздновать эти два праздника. Вот. И, естественно, повзаимодействовать с Росгвардией Воскресенского района для того, чтобы в дальнейшем также взаимодействовать как на поле, так и в служебное время. Футбол – это та игра, которая помогает развить выносливость и скоординировать работу команды. А для сотрудников спецслужб физическая подготовка и вовсе стоит на первом месте. Как никто другой об этом знает тренер по борьбе Алексей Ивлев. Воспитанники у меня и в Росгвардии будут сегодня участвовать, и в МЧС. Они участвуют у меня и как в соревнованиях игровых видов спорта, и также по самбо-дзюдо, и плюс боевого самбо участие принимают. Вот, буду болеть за всех. Футбольный матч – это также отличная возможность пообщаться с товарищами по службе в неформальной обстановке и активно провести время на свежем воздухе. Сплоченность в коллективе плюс знакомство, чтобы можно было также, соответственно, и на работе взаимодействовать, как на поле, так и в служебное время. Игра выдалась действительно напряженной, было интересно смотреть. Результат порадовал обе команды 4-4. Ведь главной целью матча было не определить победителя, а укрепить товарищеский дух, что, несомненно, потом поможет сотрудникам спецслужб при взаимодействии на работе. Анастасия Сибирькова, Даниил Колпаков, новости Искра Вект.